Мощный настрой, высокие скорости, прессинг, быстрый гол футболистов полета. Родион Сербиенко мгновенно перевел мяч под бросок Каскену Кашумову 1-0. Обмен скоростными атаками, красивые комбинации, неожиданные ходы. Игроки полета быстрее, изобретательнее, умные передачи, броски, два гола на мастерстве. Никита Маслаков точно щелкнул из-под защитника. Руслан Турабаев правильно оценил ситуацию, сместился в центр и поразил ворота соперников. 3-0 в середине первого периода. Начали игру в быстром темпе, быстрыми передачами разрывали защитников диагоналями. Вот повели в счете. Новые атаки полета. Отличная игра вратаря «Прогресса» Никиты Фадеева. Перехват инициативы. Короткий натиск футболистов в фиолетовых футболках. Красивый гол. Лидер команды «Прогресс» Вадим Мазалов в касание перевел мяч под бросок молодому нападающему Денису Парфенову. 3-1. На финише периода удача на стороне игроков «Прогресса». Разрыв в счете сократился до минимума. У нас очень хорошие игроки есть. Как бы они нам помогают, нам кто где неопытный, где-то. Мы вместе тренируем и все, что показывают нам где-то на тренировках, моменты, как лучше использовать. И у нас все получается на данный момент. Второй период. Яркая, динамичная игра. Вихревые атаки. Отличный момент у игроков «Прогресса». Великолепный гол футболистов полета. Быстрая атака, шикарный пас, точный бросок Каскена Кашумова. 4-2. Потрясающее продолжение. Столь же яркий ответ «Прогресса». Герой второго периода матча Вадим Мазалов. Опытный игрок повел команду за собой, забил два красивых гола. Сольный проход 3-2. Атака с продолжением, быстрая оценка ситуации, вираж, бросок с разворота в ближний верхний угол. Основное время матча завершилось в ничью 4-4. Проигрывали 3-0, потом внесли некоторые коррективы, взяли тайм-аут, зарядились новыми эмоциями и начали забивать, удачные моменты реализовывали возле ворот. Ну, потом немножко опять провалили, пропустили, и в конце, после перерыва, вновь у нас открылось второе дыхание. Захватывающая серия буллитов, классные финты нападающих, надежная игра вратарей. В основной серии ничья 1-1. Забили самые мастеровитые. Они же продолжили. Вадим Мазалов попытался обмануть вратаря, но голкипер Михаил Кузнецов не дрогнул. Никита Маслаков блестяще исполнил решающий буллит. Полет победил со счетом 5-4, взял важные 2 очка. После тренировок отрабатываю буллиты. Вот настал тот матч, где пришлось бить решающий буллит, и мы выиграли. Новые поединки в чемпионате Омской футбольной лиги будут сыграны 29 декабря. В центральном матче сразятся команды «Полет» и «Армада». Владимир Стомин, Юрий Дорошенко, «Антенна-7».